Дёрс показывает. Ой, или знаете, какая тема рисунки? Это довольно легко рисовать, но приключения Капитана Бумбуля смотрел? Вот в таком вот стиле нарисовать какую-нибудь, ну, поднять рисовка именно такая, и люди такие там с круглыми носами, с таким, чтобы типа какой-нибудь воздушный шар, так как будто да, бы, да, вот, вот там, да, собственно, человек в корзине, вот, и вот эти вот веревки висят, и он сверху свисает, там какой-нибудь что-нибудь сбрасывает там такой, или, а здесь что-нибудь, он такой, конфет с мороженым, только если да, 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 и мороженое кто-нибудь уронил, да, вот это, он такой смотрит. Что я натворил? Только здесь только так быстро не рисую. Нет, просто да, надо это. Надо понять, кто будет делать эту комнату, чтобы как бы ему плюс-минус. Это про большую, в смысле? Нет, про маленькую, про детскую, про взрослую, ну, взрослых детей. Да. Как быстро мы взрослые. А сколько там стен? Какой там план? Четыре. Там прямоугольная комната. Да, я понимаю, в смысле того, что там где-то окна и двери. Там. Сейчас я. А-ха-ха. Простите. Я просто тут тоже картинки смотрю. И я вот как раз ребятам рассказывала, что.